Ребята, расскажите, ну, кто-нибудь из вас, как вы вообще пришли в этот бизнес, с чего все начиналось? Ну, все началось с того, что меня нашла девушка в метро, сказала, что у меня очень красивые густые волосы, и захотела позвать меня на стрижку Шварцкоп. И так заключила со мной контракт, и я начал работать от агентства. А, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Курбанов Туран, а в социальных сетях я Тони Шеффилд. Вот. А у вас как началось? У меня было чуть по-другому. Я работал в интернет-магазине фотографом и фотографировал модели. Как раз с ними общался, узнавал, и мне все говорили, давай, иди, у тебя все получится. И я как бы собирал всю информацию, какие бывают агентства, какие съемки, где что платят. И в итоге сделал маломальское портфолио, раскидал по агентствам, и агентства ответили. И встали на базу, стали раскидывать кастинги, стал ходить и потихоньку закрутил. А с какого агентства все началось? World Fashion. Тогда он, по-моему, РФ назывался. А, вот. Помню. Да. Скажите, а вот каких дизайнеров вы вот больше всего запомнили? Вот у кого? На сегодняшний день не запомнил Марин Деголь и вот Шиян. Сегодня от него. А у вас? У меня очень плохо с дизайнерами, поэтому. Я вам не... Это первый показ или... Я хожу только от Шияна, от дизайнера Шияна. На других показах почему-то я не дошел ни разу. Мне очень нравится именно команда Шияна, непосредственно его линейка, и поэтому я только от него хожу. Ага. А чем вот команда нравится? Всех ребят знаю, коллектив очень хороший. То есть я сюда прихожу, мне кажется, больше с ребятами пообщаться. И, ну, естественно, я получаю удовольствие именно от ходьбы по подиуму с этой командой непосредственно. Вот. Скажите, а вот в чем главная сложность, главная трудность в модели, вот на ваш взгляд? Самая сложность, наверное, неуверенность, волнение. Ее надо перебороть, а дальше уже все будет легко. И делаешь уже все, что по заготовке. А как вот именно вы боретесь с волнением? Со временем, с опытом, чем чаще, тем больше. Вообще жизнь — это борьба. А какой и, ну, вот, опыт по времени? Сколько вы уже в модельном бизнесе? Я уже 7 лет в модельном бизнесе, и поэтому, ну, волнение все равно не уходит никуда. Я все так же переживаю, перехожу через какие-то переграды свои. Ну, в общем, так потихонечку растем. А вы как боретесь с волнением? Вот, знаете, одна из причин, почему я тоже сюда пошел в модельный бизнес, это вот как раз борьба со своими какими-то страхами. И до сих пор волнуюсь, до сих пор переживаю и беру количеством. Но волнение присутствует, да. А вы сколько вот лет? Я не так давно, полтора, наверное, где-то, или два года всего. Можно сказать, начинающий. А были ли какие-нибудь сложные трешовые ситуации, там, я не знаю, может быть, из команды, там, падение или что-нибудь, ну, вот в этом духе? Слава богу, у меня такого не было, но я знаю, что когда-то это, возможно, будет. Я мысленно готовлюсь к какому-то фейлу. Хотя нет, на одном показе давным-давно у меня друг ходил на Тармане, и он нас должен был научить, как правильно ходить. В итоге мы все прошли идеально, а он упал, споткнулся там. Но это все бывает в жизни у каждого. Конечно. Тут неважно, умеешь ли ты ходить или нет. Конечно. Так что вот так. Ну и последний вопрос. Что бы вы могли посоветовать и пожелать нашим зрителям, подписчикам? Желаю вам всем улыбок, счастья и будьте уверены в себе. Никогда не сдавайтесь, идите вперед. И от вас тоже. Ой, у меня сейчас такой период в жизни, что я вот недавно влюбился, и я всем желаю любви, еще раз любви, да, чтобы каждый нашел свою половинку и был с ней счастлив. Спасибо, ребят. Главное, да. Спасибо.